Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» расскажет вам, как в Гомеле прошла очередная акция по распродаже коммерческого жилья. Кроме того, мы узнали, где еще в городе начнут возводить новостройки. И, конечно же, полезную информацию мы подготовили для представителей бизнеса. Новинки в сфере строительства жилья презентовали в областном центре во время очередной акции по продаже квартир. Ее организовали Гомельский домостроительный комбинат и Управление капитального строительства города. Потенциальным покупателям предложили недвижимость в многоэтажках Шведской горки и в микрорайоне Хутор. Гомельский ДСК совместно с городским УКСом и облсполкомом проводит акцию «Своя квартира, есть своя. Приезжай, смотри, покупай». В рамках этой акции специалисты Гомельского домостроительного комбината показывают потенциальным покупателям квартиры. Этот жилой дом расположен по улице Жемчужная, 15, в 96-м микрорайоне города Гомеля. В данном доме остались нераспроданные трехкомнатные квартиры площадью 84 квадратных метра. Это у нас в настоящий момент квартиры по самой низкой стоимости в городе Гомеля – 699 рублей за квадратный метр. В случае оплаты в течение 5 банковских дней полной стоимости Гомельский домостроительный комбинат делает скидку 3% от полной стоимости квартиры. В том, что микрорайон «Хутор» – один из привлекательных в Гомеле, смогли убедиться не только горожане, но и жители нашей области, которые стали участниками акции. Выбирать себе жилье гомельчане шли целыми семьями. Мы решили приехать и посмотреть. Еще ищем вот для дочери квартиру, поэтому, знаете, тоже как вариант присмотреться. Квартира хорошая, нравится, и цена приемлемая. Я считаю, что это хороший вариант. Район мне нравится. Дочь одна уже живет на Алмазной, поэтому мы сами в Брилево. 96-й микрорайон считается одним из живописных и экологически чистых в нашем городе. Расположен он в зеленой зоне Новобелецкого района. Многодетная мама Ольга Блохова давно присматривала себе здесь квартиру. И накануне акции написала заявление, оформила все документы, а сегодня стала счастливой обладательницей своего жилья. Мы сегодня получили ключи. Об акции узнала от ДСК. Они мне предложили приехать, посмотреть, если понравится, как бы совершить сделку. Квартиру мы посмотрели. Остались очень довольны. Понравилось, что ДСК делает такие хорошие квартиры и дома. И любой человек, увидевший данную квартиру, захотел бы стать ее обладателем. Красивый вид, там церковь находится, там школа, очень удачная детская площадка новая и тренажер. И мне кажется, любой бы был доволен. Мы многодетная семья, и вот привезла дочь тоже посмотреть, и дочь очень понравилось. Она уже даже выбрала себе комнату. Не меньше интерес во время акции вызвало и жилье в Шведской горке. Здесь предложили покупателям более 22 комнатных квартир площадью по 60 квадратных метров. Цена метра квадратного – 877 рублей. А я вчера пришла писать заявление на квартиру. И мне сказали работники ДСК, что сегодня проводится просмотр квартир. Можно прийти в 9 утра и посмотреть. На мой взгляд, это самый такой район, который в будущем, еще, конечно, не сейчас, но в будущем будет самым таким хорошим районом города Гомеля. Тут близко речка. Я надеюсь, скоро построятся школы. Это мое очень большое пожелание. Детские сады. Площадки тут уже красивые, построены для детей. Все оборудуется, обустраивается потихоньку. Стоит отметить, что в целом акция по продаже квартир вызвала ажиотаж у потенциальных покупателей еще до своего начала. Примечателен тот факт, что в рамках подготовки этой акции мы изначально заявили дом по адресу Денисенко, 6. Но люди узнали об этом ранее, пришли, и в принципе все те квартиры, которые там оставались, уже к началу акции, к сегодняшнему дню, уже все раскуплены и жильцам отданы ключи. Поэтому мы перенесли акцию на соседний дом, где у нас еще остались нераспроданные 21 квартира.
Всего в ходе акции желание приобрести квартиры в новостройках выразили 11 человек. На данный момент они оформляют необходимые документы. Стоит отметить, что подобные мероприятия по продаже коммерческого жилья будут проводиться в Гомеле на постоянной основе. Если вы решили построить или купить жилье, но не знаете, с чего начать, то в этом вопросе вам помогут специалисты Единого центра продаж квартир. Он работает в Гомеле на базе областного управления капитального строительства по адресу Белецкого, 7. В центре саккумулирована вся информация по продаже недвижимости в Гомеле и Гомельском районе. Здесь вам совершенно бесплатно предоставят достоверные сведения о новостройках, ознакомят с планировками квартир, фотографиями объектов, условиями кредитования. С начала работы центра уже было порядка 700 обращений. Чаще всего, конечно, люди обращаются проще по телефону, но если конкретно, значит, человек хочет вообще знакомиться с местом расположения, планировкой квартиры, даже по именно кредитованию, то проще, конечно, обращаться в центр. На сегодняшний день нашим партнером, конечно, является БПС «Сбербанк». Он для наших клиентов предлагает более пониженную ставку. Специалисты центра легко ориентируются в рынке недвижимости и предпочтениях гомельчан. В частности, именно вам они могут предложить наиболее выгодный вариант по приобретению жилья, исходя из ваших пожеланий. Чаще всего трехкомнатные квартиры востребованы у молодых семей. Двухкомнатные квартиры предпочитают люди более старшего поколения с меньшей площадью. А для вложения денег, как правило, пользуются спросом однокомнатные квартиры. Наибольшим спросом сегодня, как всегда, Центральный район, обратили внимание на Шведскую горку, ну и в принципе никто не отказывается от 96-го микрорайона. Кстати, особый интерес при выборе жилья у гомельчан вызвала возводимая в 19-м микрорайоне группа домов с встроенным детским садом на первом этаже. Да, было очень много звонков, вопросов, интересовались именно этим домом, как будет работать там и непосредственно этот сад, и как он будет расположен, какие там будут квартиры и кто может там построить. Жителей города над Сожем также интересует и арендное жилье. В целом же за услугами по подбору недвижимости могут обратиться и юридические лица. В частности, в центре продаж уже получали консультации представители бизнеса, желающие приобрести встроенные помещения. Специалисты центра продаж квартир готовы обеспечить клиенту сопровождение всего процесса по покупке жилья. Отметим, что в ходе такого сотрудничества покупатель не только узнает достоверную информацию об объекте, но и экономит свое личное время. Кроме того, база Единого центра продаж квартир постоянно пополняется информацией о новых строящихся объектах. Областной Гомельский УФС в этом году будет продолжать свое строительство, и строительство продолжится по Реческому шоссе. Там будет построен многоэтажный трехподъездный дом с набором 1-2-комнатных квартир. Также будет строительство продолжено в 19-м микрорайоне. Там тоже будет высокоэтажный двухподъездный дом с набором 1-2-комнатных квартир. Специалисты Гомельского областного УКСа также утверждают, что в советском районе города на улице Павлова в рамках уплотнения существующей застройки появятся новые дома. Этот дом у нас является ближайшим, по которому Гомельское областное управление капитального строительства является заказчиком. Дом запроектирован 97 квартир, из них 42 однокомнатных, 42 двухкомнатных и 13 трехкомнатных квартир. Площади однокомнатных квартир от 47 до 49 квадратов, двухкомнатных 62-63 квадрата, трехкомнатных 81 квадратный метр. Информацию по планировкам квартиры, всю сегодня имеющуюся, можно получить в нашем едином центре продаж Гомельского областного управления капитального строительства на Белецкого, 7. Гомельский домостроительный комбинат предлагает объекты недвижимости для представителей бизнеса. Разместить ваши офисы, торговые и объекты сферы услуг можно и практически в центре города. Продаются встроенные помещения площадью от 108 до 132 квадратных метров на первых этажах многосекционного жилого дома по улице Барыкина, 84. Уже в готовом доме несколько помещений есть площадью от 108 квадратных метров. Здесь могут разместиться как офисные помещения, помещения торговли, сфера обслуживания населения, то есть как парикмахерские, салоны красоты. Инфраструктура достаточно развита.
Большая стройка сегодня знакомит вас с предложениями по необычным объектам недвижимости, которые будут интересны представителям бизнеса. В частности, в самом центре Гомеля по улице Тельмана 4 предлагается приобрести отдельно стоящее пятиэтажное здание. Тут есть гаражи и парковочные места. Объект находится вблизи главной магистрали города. Прилегающая к нему территория благоустроенная, уютная и комфортная. Специалисты не исключают, что здесь вполне можно обустроить современные квартиры или разместить медицинский центр, офисное помещение. Сегодня мы предлагаем на продажу одно настоящее пятиэтажное здание, которое располагается в центре города на улице Тельмана. Здание кирпичное, общая площадь 2500 метров, имеется также подвал площадью 500 метров, отдельный въезд, стоянка на 25 автомобилей и 15 гаражей, которые располагаются также внутри стоянки. Здание действующее и подключено ко всем коммуникациям, которые необходимы для работы. Строительно-монтажный трест номер 27 предлагает вам разместить вот в этом четырехэтажном здании по улице Жарковского, 24А, помещение под офис, обустроить гостиницу, фитнес-центр или реализовать другие бизнес-проекты. Общая площадь объекта составляет около 3000 квадратных метров. Это действующее административное здание, расположено на пересечении проспекта Ленина и улицы Карповича. Имеется вся инфраструктура. Здание состоит из 4 изолированных помещений. В здании находится, значит, актовый зал на 200 мест посадочных. На первом этаже расположены гаражи для размещения автомобилей на 8 мест. Имеются все коммуникации, здание действующее, поэтому находится в нормальном, хорошем состоянии. Новости в сфере строительства жилья и предложения по недвижимости для инвесторов сегодня с вами изучала программа «Большая стройка». На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на стройплощадках Гомеля.